Красногвардейский район встретил гостей и участников Крымского аграрного бизнес-форума. Представители 6 регионов Российской Федерации, в том числе крымчане, обменялись опытом в сфере ведения сельского хозяйства. Не обошли вниманием тему защиты земельных активов, а также перспективы экспорта российской сельхозпродукции. В рамках бизнес-форума участники встречи могли не только задать интересующие вопросы, но и принять участие в работе тематических секций и пообщаться с приглашенными экспертами. Мы ко всем мероприятиям привлекаем администрацию района, да, или администрация региона, то есть республики, для того, чтобы можно было максимально открыто наладить диалог. Вот сегодня такой диалог есть в максимально открытом формате. То есть это и спикеры, которые в своей сфере являются специалистами, причем они все с материка. Это и представители Минсельхоза Республики Крым. Ну и, конечно же, это владельцы агропредприятий, которые могут задать вопрос и уже получить тот ответ, который на сегодняшний день актуальный ответ для них. И что можно делать дальше для того, чтобы развивать их бизнес.